Отмечает свой юбилей известный журналист, главный редактор газеты «Ногай ДВС» Алтынай Атуова. На протяжении почти трех десятилетий ее программы на республиканском телевидении и статьи в газетах находят своего зрителя и читателя. Алтынай Атуова – активный общественный деятель. Она всегда находится в гуще событий. О творческом пути заслуженного журналиста Карачаева-Черкесии расскажет Белла Джазаева. Родилась Алтынай в живописном ногайском ауле Эркин-Юрт. Уже в школьные годы она знала, что непременно станет журналистом. С 10 лет посещала литературно-художественный кружок и писала небольшие заметки для центральной ногайской газеты «Ногай-Юлы». Профессия журналиста оказалась самой интересной на свете. Этому способствовало и то, что отец Алтынай, экономист по профессии, был внештатным корреспондентом газеты. После окончания школы Алтынай поступила и затем окончила Ленинградский государственный университет, факультет журналистики. И именно в тот период в Карачаево-Черкесии открывалось республиканское государственное телевидение. И Алтынай Атуова была одной из самых первых, кто стоял у истоков телевидения. Ее знали и любили во всех районах республики. Телевидение я очень люблю. Я очень благодарна судьбе, что я здесь работала, и по сей день я душой здесь, на телевидении. Конечно, разочарований не было, но тоска есть. В начале 2000-х Алтынай пригласили на должность главного редактора центральной ногайской газеты «Ногай ДВСы». Под ее руководством газета объективно передает особенности происходящих перемен, рассказывает читателям о традициях, обычаях, культуре ногайского народа. Они выполняют важную задачу – способствуют сохранению ногайского языка. Ведь именно в этом и заключается суть профессии журналиста. Я очень люблю свой народ. Я горжусь тем, что я ногайка. И я свое предназначение вижу в том, что вот и главное предназначение газеты – это сохранение языка, самобытности, культуры своего родного ногайского народа. Где бы ни трудилась Алтынай Атуова, ее работы всегда отличаются индивидуальностью и особой подачей материала. И самое важное – умением вникнуть в суть проблемы. Это является основой работы любого журналиста. Ее журналистская, а теперь и организационная работа изо дня в день знакомит другие народы с культурой, языком и бытом ногайского народа. И вся ее жизнь – это истинная любовь к родной земле. Все, что нужно женщине, мне есть. Слава Аллаху. Семья, любимая работа. Близкие люди, замечательные друзья. Вот, что еще надо? Это самое главное. Белла Джазаева, Светлана Кокова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.